Стартовал городской фестиваль молодых педагогических работников школ Магадана «Открой себя». Цель – развитие профессиональной активности и гражданской инициативы преподавателей. Посвящен фестиваль памяти заслуженного учителя РФ, почетного гражданина областного центра Вере Гоголевой. Программа насыщенная. Например, Михаил Гуров, победитель всероссийского конкурса «Учитель года 2020», проведет мастер-классы и прочтет лекции. Хочу провести несколько мастер-классов, как межпредметных для всех учителей, так и сугубо предметных, именно для математиков. И, конечно, хочу поделиться своим опытом, своими наработками со всеми коллегами из Магаданской области. Ну и хотелось бы, конечно, чего-то интересное перенять и у коллег из Магадана. И я знаю, что у вас очень много классных, интересных, достойных педагогов. Хотелось бы с ними познакомиться. Телемост с Академией Министерства просвещения. Презентации и даже интеллектуальную игру провели в рамках фестиваля. В нем примут участие около 80 молодых учителей, а также преподаватели-наставники, классные руководители. Ведущие фестиваля провели мини-интервью с представителями династии Гоголевых, а также с первыми лицами города. Скажите, пожалуйста, а для вас комсомольское прошлое – это приятные воспоминания? Ну, первое, что я хочу сказать, что ваша короткая фотопрезентация заживую взяла, потому что первая магаданская школа, она же и была когда-то частью 17-й школы. Я в ней начинал учиться до 1967 года, пока не построили сегодняшнюю английскую гимназию. Конечно, комсомольское время – это очень интересное время. Оно всем, кто прошел через это, дало очень многое.